Привет, ребята! Всем привет! Привет! Сегодня мы будем играть в игру. Какую, ребят? Скуби-Ду! Скуби-Ду! Крипи Кэстл! Да! Так, ну что, нажимаем старт? Да! И переходим к игре, да? Да! Тут Шеги нам говорит что-то. А Скуби-Ду это собачку звали? Да! Да, вот это собачка. Так, показывает, что это наша что, жизнь или что? Да! Папа... Так... Так, кто играет у нас? Давай, Саженька, ты же у нас мастер. Так, что делать надо? Так. Я там что делать? Бегать тихо. Так. Книжку. А что делать надо? Вот, ух ты ж, смог. Закрыл дверь. Да я сейчас он выскочит. Так, закроем дверь. Это на замок. Нет, там, чтобы видно было его надо. Так. Вот он. Чё, сделай что-то с этим. Вот я же напал, да. Надо с призраками бороться вообще, да? Чтобы это, да? И ж руку прижала. Ух ты. Книгу поставь, скорее! Проиграли? Да. Да, он проиграл. Ну, у него Алина, жизнь... ты попробуй. Жизнь списала. Закрой дверь. Понял. Так. Я тут мастер. Что-то не уходит, смотри, идет. Берем эту штуку. Получил по башке. Ничего себе. Олег, это профессионал у нас. Да, не надо так говорить. Я не мастер. На деревяшку. Угу. Закрыли. А закрыли на всякий случай дверь. Берем замок. Да. И... Сейчас я скажу, то выскочит обязательно. Вот, я взяла Скуби Снеки. Скуби Снеки? Да. Что это такое? Это еда Скуби, которую он очень любит. Скуби Снеки. Да, ради Скуби Снеков. Вот, закрываем. Тебя сразу руку прижала, извини. И если ему страшно, Скуби Снеки ему делают поменьше страха, я так думаю. Да? Да. Он меньше боится? Вот, я закрыла тайный ход. Ой, я ему прижала бороду. Да. Ха-ха-ха. Бороду прижала ему. Ковер. Теперь они нас не испугают. А, я его поджарила. А ковер куда? А ковер это там понадобится нам. Вот, упала. Молодца. Прямо на него. Молодец, Алина, смотри, как далеко Скуби-снэк. Уже прошла. Скуби Снек. Я тайный ход нашла. Это Скуби Снек. Так, сейчас он куда-то выскочит обязательно. Вот, я закрыла его. Я его закрыла, он не смог вылезти из-за ковра. Молодец. Ты реально профессионал. Да, спасибо. Я рада, что я профессионал. Так, давай, беги, Скуби, мы тебя ждем. А чё он так медленно идёт? Мы Дафни нашли, потому что он ищет Дафни. А, нюхал он сюда. Ну, первый уровень пройден. Ну, давайте еще пройдем. Справишься еще? Давай. Так, что тут надо делать? Бочки. Он за бочкой кто-то. Худф. Нет, тебя напугали. Он испугался, да? Да. Бедная собачка испугалась. Я как тут не знаю. Как-то не выходит у тебя спасать Скуби-то нашего. Скуби Снек. Скуби Снек. А его можно съесть? Да, это вот уже понизилась шкала страха у него. Так. Как он бегает, да? Он ищет у нас. Скуби-то у нас ищет. Ой, как? Все? Оп, испугался Скуби, один ошейник не остался. Ну давай, Алина, пусть. Сейчас мастер приступил к делу. Ой-ой-ой, да сейчас тебя тоже наверняка тут кто-нибудь испугает. Нет. Промахнулся. Так как он был испугался. Он мне что-то не действовал. Ты не нажал. Я нажал. У тебя не сработало.
Алина уже проходила, видимо, эту игру и знает, что тут надо делать. Вы раскрыли мой секрет. А мы-то думаем, она профессионал. Вот, я по руке попала. Молодец. Это штука. Скуби-ду, скуби-скуби-ду. Так. Вообще, она это что такое? Вот, я закрыла секретный ход. Молодец. Итак. Итак. Скуби, давай побыстрее. Сейчас станет выскочить. Оп, я его прижала. Молодец. Берем. Наковальня какая-то, да? Как ты по кроне все время попадает? Так. Обязательно кто-нибудь выскочит. Вот. Я люк забыла открыть. Ух ты. Зато я унизилась. Снеки? Сила. Вот. О, наковальня. Щит. Щит, наверное, тут закрой. Я закрыла. Угу. Я эту штуку закрыла. Ха, ты меня не поймаешь. Не поймаешь. Я пройду этот уровень. И я нашла... По-моему, ты не прошла. Порадовалась заранее. Ну, по-моему, классная игрушка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Пока, ребят.